Всем приветик! Ой, покажу вам сейчас быстренько свой аутфит. Мы ходили с Машей к бабушке, только вернулись. Значит, на мне одета водолазочка черного цвета, обыкновенная, тоненькая. На мне одеты лосины черные. И на мне такой вот вязаный сарафанчик, вязаный крючком. Вязала я его сама, еще будучи беременной. Так что этому сарафанчику уже 2 года, даже 2,5, наверное. Вязала я его на животик, поэтому он здесь такой немножко свободноватый. Вот, поэтому я сюда одела пояс, тот, который я купила на сайте Bynkons и вам показывала. Пояс тогда я мерила неправильно немножко, сейчас я уже поняла, как его нужно носить. Он одевается под грудь повыше и получается заканчивается на талии. Ну, так вот это все выглядит. Вот, значит, и, да, кстати, сарафанчик, он в дырочку весь такой ажурный, но он очень теплый, потому что здесь очень теплая ниточка. И на ногах у меня такие вот сапожки из нубука черного цвета на толстом каблуке и с таким кругленьким носочком. Мне очень нравится, очень удобно. И здесь еще интересная такая отделка. Здесь идет как вроде бы, вроде снизу гетра, а сверху, ну или что типа того, а сверху как бы сапог, то есть они такие вот интересные, мне нравятся. Так, ну в принципе это все, это весь мой, да, еще на мне такие сережечки, надеюсь вам видно. Вот, это все, что я вам сегодня хотела показать. Все, всем пока, до новых встреч!